Верховный суд вынес приговор убийцам Константина Михалаша. 30-летнего бендерчанина забили до смерти в сентябре прошлого года. Спустя 2 года тело нашли в поле. Преступников задержали, их вина полностью доказана в ходе следствия. Все осужденные были приговорены к реальному наказанию. 3 направлены для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима. 1 осужденная освобождена с актом амнистии. Только она не признана виновной в убийстве. Признана виновной в укрывательстве совершения особо тяжкого преступления. Убийцами оказались ранее судимые за наркотики. Тот, кто нанес смертельный удар, пытался скрыться в Молдове. Его искали дольше других. Нашли и приговорили к 21 году лишения свободы. 2-й преступник проведет за решеткой 20,5 лет, 3-й – 18 лет. Константин Михалаш был убит в квартире 9-этажки в Бендерском микрорайоне Солнечный, недалеко от своего дома. Со своими убийцами он познакомился случайно, когда возвращался с праздника, разговорились и решили отметить встречу. Застолье проходило в чужой квартире, разгорелся конфликт на бытовой почве. Михалаша стали избивать, он попытался покинуть квартиру, но хозяин и его друзья испугались, что пострадавший вызовет милицию. Мужчину убили молотком и ножом. Труп пролежал в квартире сутки. Поздно вечером его вынесли в поле. Убийство вызвало большой резонанс. Его обсуждали и за пределами Приднестровья. Следствие и суд длились больше года. Теперь в деле поставлена точка.